Ежедневно в Тамбовской области выявляется по несколько десятков новых случаев заболевания коронавирусом. В масштабах страны это число достигает нескольких тысяч. То есть говорить об окончании пандемии пока слишком рано, как и о снятии ограничительных мер. Сейчас мы присоединимся к профильному рейду, чтобы посмотреть, как горожане соблюдают масочный режим. Подобные рейды на майских праздниках проводятся ежедневно, и их цели в основном это торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, словом, места большого скопления людей. Что до требований, они остаются прежними – носить маску и соблюдать дистанцию. Конечно, за более чем год все устали от пресловутых намордников, как их называют в народе. И даже на такие простые требования некоторые реагируют с агрессией. Чаще всего на сегодняшний день нарушения, как правило, это, конечно, не входная группа, потому что, желая попасть в торговый центр, все, разумеется, на входе все соблюдают, а уже внутри торгового центра это такие, может быть, даже жизненные, отчасти оправданные ситуации, когда человек зашел в примерочную, да, в бутик одежды, выйдя уже оттуда, мог маску не надеть, да. Это когда идут в кинотеатр с детками и, соответственно, с какой-нибудь едой, тоже как бы логично вроде как, да, что могут сагрессировать и сказать, ну что я должен после каждого глотка кофе надевать. Предпринимателям и организациям, которые продают товары или оказывают услуги, требования на порядок выше. При этом они их соблюдают исправно. Санитайзеры для рук на месте, объявления висят, разметка для социальной дистанции присутствует. Причем кто-то приступил к ее обновлению сразу после соответствующей рекомендации проверяющих. И, конечно, постоянно ведется работа непосредственно с посетителями. Следим, конечно, за покупателем, напоминаем обязательно, потому что напоминаем, не все в масках, как бы, да, но как бы всех предупреждаем, у всех она обязательно есть где-то в сумке или в рюкзаке, все одевают. Не стоит забывать и об еще одном ограничении, которое особенно актуально на длительных выходных. Хотелось бы напомнить, что ограничение на посещение торговых центров несовершеннолетними остается в полной силе. То есть все молодые люди в возрасте до 18 лет не имеют права посещать торговые центры без сопровождения взрослых. И отказ в таком посещении является абсолютно, то есть, обоснованным. И прошу всех обратить на это внимание, особенно вот в период, когда сейчас объявлены рабочие дни, в первую очередь взрослым проконтролировать своих детей для того, чтобы снизить риск распространения новой коронавирусной инфекции. В этот раз обошлось без штрафов, но мы напоминаем, что за нарушение физическим лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей, юридическим – до 300. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».